Давай!
Ты не тартал!
Ваши, 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 ваши,
На чемпионате мира. Both athletes battling to get a grip. Подсечка. Nice combination attempt by the Russian going inside the thigh, выход. And then attempted to change to a foot sweep. Выход. Тут мы видим pass явно превосходство Сергея Рябова, Georgian athlete, по стойке видно и по объемам. Очень мощно выглядит Рябов. Again, they're both working in to get their grips. Well, nice attempt by the Russian athlete again for outside leg throw. Defended well by the Georgian athlete. Georgian in for a single, but didn't really go anywhere after getting the legs. Видно, что больше атакует Рябов, поэтому замечание уже имеет грузинский спортсмен за пассивное ведение борьбы. Athletes on their feet again, both working for a grip. Но видно, что он не успокаивается, смотрит из-под лобья и ищет варианты. Есть захват. Попытка перехода рычаг колена со стойки. Очень динамично ведет Сергей встречу. Russian fighter made a sort of attempt. На меньших скоростях, я бы сказал. Circling again. Both athletes working to get that grip. Бычок. Russian goes хороший down. Бычок у Рябова, да, он сегодня его демонстрировал. Maybe he was going for an armbar, but defended very well by the Georgian. Battling hard here again for grips. Бронзовыми призерами здесь стали Алексей Степаньков из Беларуси и Russian athlete клубов из Узбекистана. Ребята боролись, 27 участников. Вот опять передние подножки Сергей Рябов проводит. Все время Сергей в атаке, да, и вот Кайрат. Доскалиев объявляет предупреждение. И so passivity calls один балл спортсмену on the форме. Georgian athlete. That gives one point to Russian. Ислам Адилов. As we're here battling for Russia. Карат Доскалиев, Казахстан. Торгом Хованесян из Франции обслуживают. Both athletes battling for grips. Inside the leg trip for the Georgian athlete to tie it up. Пата Чивинашвили
This is a very tough and tactical battle here. Neither athlete is going to give up any quarter. Back to battling for grips. И не останавливается. Пата идет вперед. Он понимает, что стоять ему нельзя. Его наказывают за предупреждение. Это будет сложно. Два балла. И поэтому ему стоять вообще нельзя. Поэтому он идет вперед. Сейчас уже Сергей пошел. Чуть-чуть больше теснить начал его на край ковра. Зацеп перехода рычаг колена не позволяет Пата. Все контролирует. Павел Фунтиков секундирует своего воспитанника из самбо 70. На край ковра разворачивает Пата Сергея. Они прям крутятся. Теперь Сергей разворачивает. Both athletes seem to know each other pretty well. Both countering and stopping the attacks of each other. Tough gripping. Back at it, battling for a grip again. У кого же хватит больше сил и нерв в таком поединке? Счет 1-1, полторы минуты. Вот хорошая классическая комбинация. Попытка броска через плечо с подсечкой изнутри. Бал зарабатывает Сергей Рябов и выходит вперед. Жан Дамарашвили задумывался. Чем же может ответить Пат? Что он тот балл заработал на контрприеме. Сам он никакую атаку еще пока что так вот не предложил атакующий стиль. Он только лишь защищается. Атакующий стиль он совсем не предлагал. И даже если сейчас Рябова накажут, то все равно будет по последнему техническому именно действию по броску будет вести именно Рябов красный, кто последний бросил. Никого последнего наказали. Подсечка Рябова. Перевод дальше в партер. Накрывает на удержание. Еще пока удержание не открыто, но очень близко. Уходит пада. И еще одним движением переворачивает. Второй раз накрывает. Чуяшвили с серебряной медалью, so Сергей Рябов, а также бронзовых призеров Алексей Степаньков.